Доброе утро! С вами рубрика «Утро в форме» и я, Юлия Рудницкая. Сегодня мы отлично проработаем с вами нашу спину с помощью фитнес-резинки, ведь наша спина очень страдает в окружающей среде. А с помощью этих упражнений вы хоть немножко приведете ее в тонус. Для этого нам понадобится вот такая резиночка. Одеваем ее на уровень щиколоток, поднимаем над головой, вдох, и на выдохе пытаемся свести наши лопатки, словно спряча их под ребра. Поехали. Вдох, выдох, разводим. Вдох, выдох, вдох, выдох. Животик также наш подтянут. Старайтесь зафиксироваться на несколько секунд. Не спешите. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. В конце упражнения задержитесь на 10 секунд. Вдох, выдох. Так вы еще сильнее прочувствуете напряжение от резинки. Выполняйте 4 по 20 подходов. Для следующего упражнения мы возьмем резинку немножко подлиннее. Выполним тягу в наклоне. Обратите внимание, вы можете взять резинку таким хватом, можете воспользоваться таким хватом. Найдите более комфортное положение для вас. Плечики раскрываем, животик подтянут, корпус немножечко отводим назад, коленочки подсогнули и работаем. Можно даже ленту тоже подсогнуть немножко. И работаем. Вдох, выдох, пупку, вдох, выдох, вдох, выдох. Не делайте данное упражнение слишком быстро. Попробуйте прочувствовать амплитуду. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сводим лопатки. Вдох, выдох. Прорабатываем широчайшие. Вдох, выдох, вдох, выдох. Обратите внимание, живот на всем упражнении подтянут. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. В конце упражнения также задержитесь на 10 секунд. Выполните 4 по 20 подходов. Закончили. Следующее упражнение также хорошо прорабатывает задние дельты и широчайшие. Для этого вам понадобятся гантельки. Ягодички плотно прижаты к коврику, напряжены, носочки натянуты. Руки выводим вперед, вдох, выдох и отводим назад. Вдох, выдох, вдох, выдох. Обратите внимание, в этом упражнении вы также сводите лопатки. Представьте, что у вас там карандаш. Вдох, выдох, зажали. Вдох, выдох, зажали. Вдох, выдох. Ягодицы также в напряжении, не расслабляйте их. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Выполните упражнение 4 по 20. И в завершение нашего комплекса мы выполним легкую растяжку. Для этого мы также остаемся на коврике, плотно прижаты к груди. Работаем. Руки сложили в подушку, локоть за локоть. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ягодички у нас зажаты, носочки натянуты. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Выполнили 4 по 20. Легли на коврик, отдохнули несколько секунд. Вытягиваем ручки вперед и работаем в направлении. Вдох, выдох за ручкой. Вдох, выдох. Взгляд уходит строго за рукой. Вдох, выдох. Корпус, соответственно, немножко распрямляется в ту сторону. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ягодицы напряжены, носочки напряжены. Вдох, выдох. Поменяли направление. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Обратите внимание, мой взгляд направлен за рукой. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ягодицы зажаты. Вдох, выдох. Выполнили по 20 раз с каждой рукой. Отдохнули. Встаем на четвереньки. Живот подтянут. Выполняем кошку. Вдох, раскрылись. Выдох, прогнулись.
Вдох, раскрылись, выдох, прогнулись. Вдох, раскрылись, выдох, прогнулись. Движение плавное, без резких. Вдох, выдох. Следующее упражнение, словно плывем над ковриком, волна. Вдох, прогнулись, ягодички зажали, плечи стараемся спрятать под лопатки, раскрыли их, словно наш позвоночник в елочку превращается. Выдох, раскрылись, вдох, прогнулись. Опять же, плечи не поднимайте, вы наоборот их должны раскрыть. Сузили, да, раскрылись, спрятали наши лопатки, как елочка. Выдох, вдох, прогнулись, плечи раскрыли, спрятали их под ребра, как елочка, позвоночник запоминаем. Выдох, и последний раз, вдох, раскрылись, выдох. И последнее упражнение называют супермен, мягко выполняем. Выдох, выдох, выдох. Можно руки соединять, можно немножко вывести их на уровень плеч. Выдох, 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 выдох. Расслабились. Вот и подошел к концу наш утренний комплекс на спину. Всем хорошего дня и настроения. До встречи!